Моя история победы. В Улан-Удэ по инициативе городского совета депутатов стартовал одноименный онлайн-конкурс. Участниками могут стать все жители столицы Бурятии, независимо от возраста. Для этого необходимо подписаться на инстаграм-аккаунт горсовета и записать видеоисторию. Мы объявили данный конкурс, чтобы наши жители могли рассказать о фронтовике, о члены своей семьи, о родственниках, близких, или же о детях войны, которые были в то время, или же о предметах, которые имеют историческую ценность. Такие истории, они бесценны. Мы всегда должны помнить, знать нашу историю, как ковалась наша великая победа. Хронометраж материала не более 3 минут. Заявки и ролики необходимо присылать на электронную почту Улан-Удэнского горсовета. Прием материалов завершится 21 мая. Авторы лучших работ получат смартфон, велосипед и самокат.